В очередной третьей серии сериала «Желтый глаз тигра» Таня рожает Сергею сына. В Москве открывается персональная выставка Костиных картин. У полотен появляется серьезный покупатель. Врачи борются за жизнь Миши, получившего ранение в Нагорном Карабахе. Василек с помощью Тани проходит курс реабилитации в московском госпитале. Несмотря на все препятствия, ребята играют три свадьбы в один день. Сергей с Таней, Костя с Леной и Василек с Ольгой. В Калининграде конь не дает прохода Маше. Она, как никогда раньше, рада возвращению Миши из армии. Конь не оставляет их в покое, и Маша просит защиты у отца Сергея. Вернувшись домой, Василек становится копателем янтаря.